держу свиней своим телом. Блин, а бабуля ушла так стоять. Посмотрите. А, я промазала! Я промазала! Я вышел на тропу войны. Первого вижу, стреляю, кто бы то ни был. Вы не дали мне попредательствовать раз в жизни! Всем привет, друзья! И мы тут с ребятами пришли в Пиги вновь немножко попредательствовать. И мне кажется, я надеюсь, что я буду молчать все видео, а Ёша хотя бы один раз уже будет предателем. Потому что мне его уже жалко, раз, правда, ребят. Хотя бы раз, чтобы я помолчал по-настоящему. Вот закрой свой рот, пожалуйста, и сиди уже, убивай кого-то. Не, вот что интересно. Вчера мы выпустили видео на канал... Ну, в смысле, мы... Алана выпустила, ага. Мы сняли, Алана выпустила, да, мы сняли вчера видео, Алана выпустила себе на канал, и там я был там предателем, но в Пиге такого не было уже давно, поехали, может быть, выйдет хотя бы в этот раз, ну, пожалуйста, ну, Ульян, мы будем играть до тех пор, пока Ёши не станет предателем. О, боже, не-не-не, так, забери свои слова обратно, срочно, я не хочу до завтра тут сидеть, забирай, срочно. А, блин, а кто 9-ю главу, я хотела 10-ю, ну и пожалуйста. Ой, простите, просто никто не успел нажать, я поэтому и уже нажал. На самом деле, очень устрашающий скин у тебя, Ёша, и я вот сейчас смотрю, мне уже страшно мне. Ладно, нет, зачем, собственно говоря, вот скажите, зачем я издаю какие-то звуки, зачем я грущу, зачем я злюсь, зачем это все, чепуха, мирская, скажем так, такая мелочь, понимаете, что важное в этом мире, ну вот скин, чтобы красивый был, чтобы грибочки всегда были рядом, вот на голове вот так вот красиво смотрелись, чтобы голубая ключ-карта вот не кралась никакими кошками, во-первых, а во-вторых, чтобы она всегда была. Ёж, чтобы я она... просто за тобой хожу. Говорящая. Говорящая кошка. Я думаю, что мы можем разговаривать, раз там Ева с Ульяной думают, кто из них предатель. А, вот, не, они знают, они-то точно знают. Да, обе знают, причем теперь. А так-то, может, они еще и сомневались, а сейчас они точно должны знать. Ну, вот ты всю эту, да. Ну, да, давай, блин, суй открывай. карту. Я не могу. Суй карту! Спасибо. А ты что сюда пошел с этой картой? Вообще непонятно. А я непонятный. Ты что сюда пришел, непонятный? Интересно звучит. Я просто пришел утащить у тебя ключ. А что? Ага. Ну понятно, ясно. А прибейте его там кто-нибудь, он ключ у меня утащил вообще-то. Подожди, то есть ты у меня. Я. Смотрите, ребят, вы пока вот не прибивайте, вы меня послушайте. Смотрите, значит, такая ситуация была. Значит, первое, что было. Ой, кто там прилетел? Кто-то прилетел. Так, два предателя собрались. Ну-ка, до свидания. Ай. А? А Зизи может спасти меня или нет? Так, чисто в теории. Я ее покормила. Так, спасибо, но... так вот, о чем я говорил вообще? Ладно, ты помнишь или нет? Не помню. Я не помню. Мы говорим о предателе все видео, о том, что с тобой Ева бежит зачем-то. Зачем-то бегает, непонятно почему, как-то вышло так. Так, Ёж, ну как ты думаешь, кто там предатель? Кто это? Кто? Ой, я даже, слушай, честное понятие не имею вообще. Ой, даже. А, то есть ты уже знаешь? Я нет. Так кажется, все сейчас уже знают, кроме нас с тобой. Спокойно, то есть даже ребята, бабуля, которые смотрят видео, знают, кто предатель. А, да? Ну, точно тебе говорю. Да, елки, конечно. Потому что либо Ева, либо Ульяна. Если не Ульяна, то Ева. Логика вообще железная. Железная, да, я согласен, абсолютно. А ты там ключики никакие не брала, интересные, желтый, может быть, взяла, там... Желтый взяла, но вроде его уже использовали или нет, я не знаю. Какой-нибудь там, ну, там, если какой-нибудь другой мой любимый цвет, так, тут может Ева быть... пробежала с оранжевой ключ-картой. Надеюсь, она пробежала наверх, чтобы открыть и не убить нас. Ладно, ну, тут у тебя же способность, так сказать, рука на пульсе, правильно, да? То есть можно держать... Сейчас Еву слонина убьет, прямо сейчас. Нет, не убила, ого! Ну, а как там, а как она должна была убить? Там, ну, слушай, Ева заходит деле, в комнатку. В комнатку заходит маленькую, из которой нет выхода, и слонина за ней, и как бы Ева не вышла, они там походили немножко, а потом Ева выходит. Знаете, как в фильмах каких-то такой драматический такой момент, там злодей и герой, не главный, второстепенный, заходят куда-то, и... Ой, я, кажется, что-то сейчас увидела такое. Ой, что я увидела?
дела. Кажется, теперь вообще все знают, да, кто предатель. А что такое? Да. Ага. Да, так вот, интересно. Драматический момент. Заходит там злодей и кто-то в комнату, а потом вы думаете, кто же оттуда выйдет, кто же выйдет живым. И выходит Ева и свинина, но в данном случае злодеями-то оказались оба. Да, получается так, еще знаешь, я что-то немножко крякаю с того, как ты начала свой рассказ, заходит, я честно думал, вот, так сказать, самый известный анекдот про бар. Про улитку? Да. Я думаю, заходит, и я уже посмеялся даже в голове с этой шутки, я уже был готов, скажем так. Ну да, но там же не было такого драматического момента, чтобы ты думал, а выжила ли улитка после этого? Ульян, спрячь. Ай. Вот. Ай. Ой, там, Ульян, да, это самое, пойдем. Смерть там моя пришла. Ульян, я так понимаю, нам надо вот тут тусить для того, чтобы, ну, ты понимаешь. Проблема-то в том, что, скорее всего, вас там караулят, в общем. Так, Ульян, нормально. Ульян, тут. А что тут, вы тут, там-то нормально. Тусить? Что вам там-то? Нормально, Ульян. Все, спокойно. Ручки взять. Я несла огнетушитель. Торт. Несла. Нет? Я. Ну, ладно. Несла огнетушитель. Очень хотела его использовать. Так, но... Мне немножко помешали, ага. И тут остался еще кот. То есть, чтобы сбежать, нужно использовать огнетушитель. О боже. Так, и предатель, я так понимаю, сидит на одном месте, да? Предатель караулит там, где меня и убил. Так, Ульян, смотри, у меня, значит, есть идея, как... Так, ты уходи, а я сейчас буду отрываться от свинины. О господи, тут в какой-то такое момент происходит. Свинина побежит, знаешь куда, угадай, правильно, к Еве. Поэтому, Ульян, ты терпи, главное, или тут меня уже поджидают, может быть, где-то здесь. Ешь, ну я как призрак могу тебе немножечко помочь, наверное. Сейчас, подожди, а вот куда идут, ты лучше скажи, за мной идут вот эти вот два животных или нет? Нет, за Ульяной. Ульян, надо было дальше убегать. Ну, Ульян, ну что за дела? Слушайте, а вы знали, что призраки могут толкать свинин? О, нет, впервые об этом услышал. Даже это покажу, наверное, так. Блин, а я бабулю скинула, не успела записать. Ладно, сейчас. Ульян, прием, Ульян, там... Я, значит, иду наверх, а там меня караулят, ты представляешь? Вот это кошмар, конечно, вот это, конечно, да. Я держу свиней своим телом. Блин, а бабуля ушла, так стоять, я сказала. Так, надо сбросить бабулю с лестницы. Есть. Так. Бабуля скинута. Сейчас надо слонину скинуть. Ульян, спасай! Ульян, ты приди. Нет. На крышу. Ульян, можешь на крышу прийти, пожалуйста? О, Ульян, тут. Ах, слонина. Я ее держу. Ты привязалась. Я ее сейчас попробую натравить. Ого! Куда она ты у меня ее на голове. Она а, у меня прикол. На голове стоит. А-а-а. Я натравила почти. Я подгоняю. Крутая. Ульян, вот, Ульян, сделай что-то. Ульян, давай, Ульян. О, боже! Как же это сложно! Страшно, блин. Ужас. Она караулила нас тут, ты представляешь, караулила. Это было эпично, но меня больше всего восхитило то, что призраки могут, оказывается, что-то делать. Ой, это да. Ну, кстати, да. Но это читерская штука на самом-то деле. Непонятно, почему это так работает. Ну, видимо, иначе в Роблоксе модельки не работают, поэтому ты как бы ходишь и можешь с собой остановить какую-нибудь свинку. Ну, блин, ребят, я так хотела быть предателем. Мне кажется, вот... У меня проклятие, которое вот Ёшино проклятие, оно передается мне потихонечку, знаете, так по наследству от брата к сестре. Вот. Я теперь не предатель уже второй раз. Очень обидно. Кстати, очень интересно, Ёши на самом деле... Отдай! Блин, предатель! Взял и забрал желтый ключ. А что мне делать? Мне на самом деле очень интересно, предатель Ёши или нет, наконец-таки, потому что я прям очень сильно переживаю по поводу его роли. Ну да ладно, мы это узнаем чуть попозже. Ага, давайте. А можно я что-нибудь возьму, а то мне хочется что-нибудь быть полезной. О, возьму, пожалуй, вот оранжевенький ключик. И опять у меня некоторая такая в душе
чувство такое странное. Я опять говорю, а все молчат, и очень-очень так, знаете, непривычно. Будто бы это соло летсплей, а на самом деле нет, а там свинина, а тут Лана, а что делать? А-ла-ла-ла. У нас Зизи халявит. Зизи халявит, она очень медленная. Почему она до сих пор не догнала свинину? Она же может меня убить. А тут у меня уже украл, видимо, предмет, да, я так понимаю? Кто-то, какой-то ушлый человечек взял и украл у меня предмет. А что мне теперь делать? Не знаю, убейте кого-нибудь уже. Так, Ёша, у тебя на единичку, я это понимаю, что у тебя на единичку замечательный предмет, а на двоечку у тебя что-нибудь есть? О, да? А как там, я не помню, два прыжка это нет или два прыжка это да? Я запамятовала наш язык совсем. У меня нет никакого предмета, поэтому я, пожалуй, просто... Кого-то... Так, это Лана, это чей ботинок? Ланы или Евы? Непонятно. Так, а ну-ка. Так, я пошла на разведку, кого тюкнули? Где эта лестница? Кстати, а у кого фиолетовый ключ? А-о! Здравствуйте. О, Лана, господи, свинина. Ева, значит, мы потеряли Еву, и круг сузился. Если Ева не предатель, значит, это Ёши или Лана. А я пошла пока возьму кое-что, надеюсь, меня там кое-кто не дожидается. Ой, а я не поняла, кто это уже открыл? А сейф был открыт, а что это у нас такой предатель? Наверное, у Евы был пистолет, ее убили. Так, а мне нужны пульки. Пульки, а их где взять, я не понимаю. А! Это не Ева умерла, это Ёши! Так, Лана, я понимаю, Ева предатель, да, единичка. Ева, Лана, спасайся. А, я промазала! Аларм! Действительно так, я думала, я ошиблась, но нет, Лана, убегай, нет, Ева! Лягушка. Лана, спасайся, нет, Лана, нет! Боже, я хотела взять пистолет, но почему-то Roblox решил, что я очень хочу зеленый ключ. Вернее, фиолетовый. Понимаю, ну, короче, понимаю. Вот, я нажимала на пистолет, но они вместе, поэтому, блин, если бы я... я бы смогла победить. Эх, а меня немножко подвели этот эскалатор, и как-то я немножко... В общем, обидно. Я опять забыла, что у меня есть скорость, представляете? Я же могу быстро бегать. А что я не убежала, я не понимаю. Только сейчас поняла. А я немножко так прям сильно кричала, поэтому еще раз извините за ваши уши, если что. А почему у нас опять Ева предатель, а никто не предатель? Объясните. А вот я не понимаю. Не обидно. Ну, пойдемте, что ли, в школу? Ого, давайте. Ну, пойдемте. Слушайте, а может быть Ёши не предатель, потому что мы выбираем одни и те же карты. Если выбрать, например, Ёшину любимую карту, может и там он будет предателем. Интересно, любимую в скобочках нелюбимую или на самом деле? Ну да. Слушайте, а с Ёши что-то произошло, он, видимо, стал вечным молчаливым предателем. Честно, готовится. Когда мы начинаем записывать предателя молчаливого, значит, я приношу сюда еду. Честно, я сейчас вот ем виноградик. Вот сижу и хавал виноградик. Да, и вот поэтому, знаете, вот ме, е, пофт, что-то там, в общем, все как обычно, в моей жизни ничего не меняется в этом плане, вот. Единственное, что поменялось, знаете, это то, что я вот сейчас вот бежал, я не видел, куда я бежал, ну, то есть до начала игры непосредственно, а все, знаете почему? Потому что у меня экраны, мои глаза, они мне мешают. В ТЦ, в кацации Кенаг. Кенаг — это как Кецин из Геншина, только Кенаг, вот, это какой-то новый явно герой. Вот, собственно говоря, да. Я просто начал уже рассказывать историю, да, свою жизнь. Ух ты! Знаете что? Извините, пожалуйста. Боже, я максимально испугался. Я просто хочу сказать вам, что, знаете, я вышел на тропу войны. Первого вижу, стреляю. Кто бы то ни был, убиваю. На удачу. Не попадайтесь мне на глаза. Предатели вы, не предатели. Ну, сейчас ты отхватишь, Ёши. Сейчас я тебя прячу. Нет, не успеешь. Себе это. А знаешь почему? А потому что вот. Чего? Ты представляешь? Опять. Это Ева, опять. Да? Это Ева? Я замолкаю, все. Я ем виноград.
Так, ну что, ребят, давайте действительно попробуем галерею. Ну, как бы, позволим Ёше покушать виноград, собственно говоря. Почему бы и нет? Не надо. Все в порядке, ребят. Ну, может, не надо галерею. Ну, может, я... Галерею. Уже поздно. Ты же хотел быть предателем, так что надо страдать. Опять беру ствол и всех убиваю. Вот так вот, понятно? Опять беру ствол. Кто быстрее успеет, на секундочку. Хорошо. Ну смотри мне, хорошо. Да что ж ты делать-то будешь? Ёши, ну все, я обиделась на тебя. Ну что, вот я буду смеяться и буду очень сильно огорчена, если опять Ева предатель. А я опять не предатель. Ну как это так происходит, я не понимаю. Пхое нам пе. Именно так оно есть, да. Это, знаете, как будто какое-то заклинание сейчас произнесла. Или нет, или как будто бы слова... недовольство. Вот ёлки-палки, опять я не предатель. Вот точно так же, только те слова, которые я пронесла, потому что я уже забыла, что я сказала. Так, а где красный ключ у нас? Я уже опять Кто взял? Кто взял пистолет? Это Ёша взял пистолет? Он начинает уже во всех палить там. Ну, по крайней мере, Ёша знает, что я не предатель, а я вижу Еву, вижу Ёши. Я не предатель! Чё ты меня стреляешь? О, боже мой! Я сейчас чуть не умерла! Вот Ёж на меня сейчас нацелился, я испугалась. А что у нас две свинины? О, ты стрельнул в Лану. Эх ты. Ну ты и даёшь. Ну честное слово. Ну вообще. Ну как ты так мог? А что ты в Еву-то не выстрелила? Она же была за тебя, наверху. Ну ты что? Ужас. Только не говори, что я его тебя убила. Пожалуйста, не говори, пожалуйста. И Ева все-таки опять предатель. Потому что у Ёжи же пистолет. Я не... Ларочка! Ева! Нет, Лана, нет! Ну, как бы Ёжи мы спасли хотя бы. Я устал. Я, кажется, взломала игру. Я устал. Да, блин, вообще кошмар какой-то происходит. Делай что-то со своим сервером. Я не знаю. Если я еще раз попаду на карту со стволом в самом начале, я выстрелю в себя. В себя выстрелю, ладно, ты понимаешь? А давайте я в следующий раз куплю сервер и будем играть на моем сервере. Вдруг тебе повезет, я не знаю. Я уже надеюсь. Ну, я хочу тебя успокоить, что мне тоже сегодня не повезло. Даже Лане сегодня не повезло. У нас просто сегодня единственный предатель — это Ева. И все. И что с этим поделать, непонятно. Так, ну я сейчас нажала 59 раз. В прошлый раз я нажала 57 раз. По логике Ева не должна получиться. Ну да. Да елки-палки. Да что такое? Я не понимаю. Блин, вот сейчас смешно, максимально интересный момент. Это либо Ева, либо Ёж. И либо мы выиграли эту игру, либо мы ее проиграли. Потому что, кажется, это последний раунд. Так, хватай лук. А почему не хватается? Кто-то уже схватил? Нет. А, я схватила. Блин. Кого убиваем? А я вот не знаю. Ёшу убить? Давай Еву убьем. Давай. А может, Ёша говорит, что он предатель? Не убивай Еву, подожди, может быть, Ёша хочет... Ева предатель! Мамочки, а Ева как секордая! Стоит там с этими штуками, как это называется. Знаете, мы выбрали самую плохую карту для того, чтобы Ёша стал на ней предателем. Мы сразу поняли, кто предатель. А еще у нас сразу пистолет. Господи, Ёша реально не везет в предательстве. Ева немножко танцует. Тут, Ева, не подходи ко мне. Не надо. Ну, зачем вы сразу начали стрелять? Было бы очень интересно вот так-то вот. Ну, так как интересно. О, господи. Очень интересно, конечно. Меня убила свинина. Я просто на лестнице. Ёша, прости, пожалуйста. Извини, что твой звездный час вот так вот просто взял и оборвался. Честно. О, господи, меня чуть тоже не убила свинина. Честно говоря, если бы я Лану переубедила, чтобы она не... Ёша сейчас сделал просто... Он все-таки сумел бы предательствовать. Просто, ты видела это, Ульяна? Ты видела? Он взял и закрыл прямо перед тобой дверь. Ну как это называется? Это называется предательство от боли. Вы не дали мне попредательствовать раз в жизни, Господь всемогущий. Я больше не... Это же вы понимаете, это же как комета Галлея, да? Она же там раз в 70, сколько, 4, да, года это пролетает? Или через... Я прям погуглю даже, вот для интереса. Вот, и то же самое получается у меня. Да, она возвращается к Солнцу каждые 75-76 лет, вот, и мы ее, видимо, можем наблюдать. Вот такое же событие, видимо, это вот мое предательство. Вот
разочек, и все. И до свидания, через 10 лет увидимся, ребят. Да ладно, я думаю, что им все так плохо. Если вот все, ты стал предателем, значит, в следующий раз, я точно тебе говорю, ты будешь предателем вот всю серию, наверное. Ну, я так думаю, да, точно. Хорошо. А на этом, я думаю, мы будем заканчивать. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, и всем пока. 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 Пока.